mortes. Из моего капитана Николаевича,
надо. Поговорим сегодня о том, спасибо Евгении Александровне. В этом году она отработала все смены, сама того не ожидая. Большое вам спасибо. Воспитатель третьего отряда Яна Юрьевна. Она впервые приехала в лагерь, она тоже шла к этой смене. Все-таки это случилось. Яна Юрьевна, мы желаем вам тоже удачи на четвертой смене. Вторая и третья смена. Второй или третий отряд. Юлия Михайловна Курлова. Вы пробиваете, как у вас учитается, и мы надеемся, что вторая и третья смена и второй отряд будет обязательно и в следующем году. Ну, наверное, как не может первый отряд быть Тамара Александровна, так Тамара Александровна не может быть первого отряда. И хоть говорят, что ни для меня учреждений не бывает, но, наверное, мы, по крайней мере, не представляем, какая может быть замена на первом отряде и для Тамары Александровны. Тамара Александровна, воспитатель первого отряда. Кроме воспитателей, за вашим здоровьем следили и беспокоятся вас, конечно же, наши медицинские работники. Жанна Борисовна, Юлия Юрьевна и Елена Владимировна. Люди, которые тоже не первый год ездят на лагерь. Огромное вам спасибо. Медицинские работники лагеря Полянка. Сегодня хочется, конечно же, сказать спасибо всем педагогам дополнительного образования и физкультурным работникам. Екатерина Анатольевна и Александра Сергеевна. Екатерина Анатольевна в этом году работает впервые, но вот уже три смены. Александра Сергеевна отдыхала здесь ребенком, начинала свою работу вожатой и даже библиотекарем. Мы желаем вам удачи на четвертой смене, у вас все получится. Марьяна Юрьевна, Вячеслав Викторович и Кирилл Алексеевич, наши физкультурные работники, которые тоже продолжают свою работу на четвертой смене. Ну и, конечно же, нельзя не отметить наших дебютантов. Кира Свинцова, Никита Георгиенко и Аня Сокова. Совсем юные, но такие талантливые ребята, которые на протяжении этого лета ни в чем не уступали своим старшим товарищам, нашим вожатым. И вы заслуживаете действительно аплодисментов и огромных слов благодарности. У вас все еще впереди. Кроме воспитателей, вожатых педагогов, в лагере есть огромный штат работников. Кого-то вы знаете, кого-то вы только видели, кого-то вы не видели, не знаете, но тем не менее. Сотрудники лагеря Полянка – это технический персонал, это работники пищеблока. Они работали с вами всю смену, кто-то из них работает уже все лето и остается на четвертую смену. Это люди, которые заслуживают ваших бурных аплодисментов. Все работники лагеря Полянка. Спасибо за работу. Ну а сейчас, конечно же, мы переходим к вам, потому что именно для вас мы работали, для вас мы старались и очень надеемся, что наши труды не прошли даром. И мы, конечно же, сегодня наградим таких всех. И в первую очередь мы награждаем самых маленьких. Восьмой отряд, вам действительно было тяжело. Вы самые маленькие, кто-то в первый раз. Вы скучали, вы плакали, но вы стоите на линейке, вы прожили эту смену. И мы вручаем сладкий приз восьмому отряду. Вожатые пошли. Мы вручаем сладкий приз седьмому отряду. Мы награждаем сладким призом отряд номер 6. Такой же большой мешок сладких призов получается пятому отряду. Вот так кажется, пятый отряд. За активное участие в жизни лагеря мы награждаем четвертый отряд. Мы приглашаем сюда вожатого третьего отряда, который с удовольствием учит своих. Наконец мы награждаем отряд номер 2. И тут кипит вручается первому отряду. Первый!
активное участие в жизни отряда награждается Кузнецов Даниил. Белинский район. Рыбина Ксения. Иванова Анастасия. Бондаренко Павел. Иванова Елизавета. Макаров Никита. Болотова Анна. Сорокин Роман. Белинская Евгения. Гагарин Алексей. Аплодисменты самым активным участникам 8-го отряда. За активное участие в жизни отряда награждается Бабкина Екатерина. Тимакова Екатерина. Пахомова Виктория. Кудрявцев Арсений. Болев Егор. Комаров Сеня. Сазонова Софья. Анисимова Анастасия. Каванец Марина. Павлова Елизавета. Корнеюк Денис. Шарканова Саша. Чернов Матвей. И аплодисменты самым активным участникам 7-го отряда. За активное участие в жизни лагеря и в жизни 6-го отряда награждается Маслова Маша. Рощин Кирилл. Тимохин Семен. Савичева Маша. Рогачева Алиса. Петрова Аня. Осикова Алина. Узлаева Алина. Шаповал Александр. Елизиева Алина. Шульга Варвара. Бондарев Никита. Белякова Вера. Волкова Рима. Воронцов Евгений. Гребнева Маша. Горячкина Даша. Жукова Настя. Зарубин Даниил. Корнилаева Карина. Козлова Катя. Капустина Маша. Лимонова Инга. Монетова Валя. За активным... Вот так, 600 лет поддерживает своих ребят. За активным участием в жизни лагеря награждается Зинеев Максим. Зайцева Диана. Жаркова Маша. Иванова Елена. Порухина Ксюша. Зеленин Валентин. Наума Таня. Вассер Алина. Николева Полина. Полинякова Даша. За активное участие в жизни лагеря и в жизни 4-го отряда награждается Светлова Валерия, Галилеева Ксения, Левашов Антон, Салтыков Тимофей, Филиппов Максим, Медведев Илья, Розова Маргарита, Соколова Алиса, Труклова Лиза. За активное участие в жизни лагеря и отряда награждается Каминская Маша, Серёгкина Дарья, Федорец Кирилл, Белавина Вероника, Смирнова Вика, Мурзина Настя, Леник Денис, Розов Егор, Кузнев Илья, Миронов Михаил, Кленова Ксения, Орлова Лиза. Oh!
мирной жизни, награждается Фольмина Ульяна, второй отряд. За активную жизненную позицию, отзывчивость и все таланты награждается Дмитрий Иванович. За активное участие в жизни отряда и зажигательные танцы награждается Ипатова Милана. Дипломом награждается за активное участие во всем, любым танцам, спорту, Смирнова Ксения. За активное участие в жизни лагеря и в жизни отряда награждается Пахомова Татьяна. За активное участие в жизни лагеря отряда, любовь к музыке и спорту награждается Иванова Валерия. Активное участие в жизни лагеря и гениальное актерское мастерство награждается Гайсуха Анастасия. За бесподобный вокал и любовь к отряду награждается Витушкина Александра. За прекрасные вокальные данные активное участие в жизни отряда награждается Комарова Виктория. За активную жизненную позицию, отзывчивость и любовь к красоте награждается Исакова Полина. Дипломом за зажигательные танцы и любовь к отряду награждается Зеленого Любовь. За готовность всегда прийти на помощь, за активную жизненную позицию награждается Головачева Валерия. За активное участие в жизни отряда и любовь к спорту награждается Чугуевская Елизавета. За активное участие в жизни лагеря и любовь к волейболу награждается Мещеряков Алексей. За спортивное достижение и командный дух дипломом лагеря Полянка награждается Круглов Александр. За отзывчивость и активную жизненную позицию награждается Стрельенко Алексей. Здоровый отряд! За активную участие в жизни лагеря и жизни отряда награждается Новиков Александр. Смирнов Димий, первый отряд. Сухачева Ксюша, первый отряд. Новиков Влад. Белякова Диана, Бутин Семен. За активное участие в жизни лагеря награждается Калинская Алена. Соколов Алексей. Полетева Полина. Аварьян Ренат. Аварьян Руслан. За активное участие в жизни лагеря Корыкова Анастасия. Крупиков Денис. Кудрявцев Даня. Сысоев Миша. За активное участие в жизни лагеря награждается Савельев Олег. Дипломом лагеря Полянка за успехи в творческом объединении Кирин награждается Петрова Юлия. Перекосова Светлана. Ольга. Лапшина Мария. Перекова Диана. Сухачева Ксения. Орлова Елизавета. Батурина Ольга. Кленова Ксения. Курицына Ирина. Голубкова Алена. Придавая Евгения. Коробкина Ксения. Калиниченко Елена. Игнатьева Ксения. Жукова Настя. Белякова Валерия. Горжаев Руслан. Харитонов Андрей. Максимов Иван. Чернов Матвей. Макаров Никита. Дикадиров Дмитрий. Сорокин Даниил. Ребезова Ирина.
Федеративный футбол награждается крупной картине первый отряд. Стоим Миша, первый отряд. Алоян, 13, первый отряд. Участники команды «Торнадо», занявшие второе место в матче по линии футбола. Сиренко Иван, четвертый отряд. Молдожанов Иван, четвертый отряд. Екимов Сергей, четвертый отряд. Сидиков Максим, четвертый отряд. Судиков Антон, четвертый отряд. Маслов Илья, четвертый отряд. Соколов Алексей, первый отряд, участник команды ЦСКА, занявший первое место на матче по линии футбола. Полкин Семен, первый отряд. Внимание, отряды! Пушку государственного флага России и флага детского оздоровительного лагеря «Полянка» стоять смирно. Флаги пусти! Я думаю, что первый отряд завтра обязательно тебя поздравит, но у нас не будет возможности собраться вместе.
ответу. Я надеюсь, что все ваши вещи уже собраны. Если кто-то еще что-то забыл, обязательно посмотрите, уберите все свои чемоданы. Потому что сегодня вечером и завтра утром времени у нас на это уже не будет. Еще раз повторяю, уезжаем завтра в час дня после обеда. Не надо никуда торопиться, спешить, мы никого здесь не оставим, не переживайте. Садитесь в автобус уже после обеда только по моей команде. И повторяю еще раз, последние три автобуса едут до мехзавода. Сегодня впереди у нас масса мероприятий. Я надеюсь, что вы все помните. Сейчас после линейки мы собираемся в Пузы на прощальный концерт. Затем после ужина вас ждет дискотека. В 10 часов мы собираемся в Пузы и вас ждет подарок от вас. А в 22:30 мы приглашаем вас на берег ручья на прощальный концерт.